Друзья, ассаляму алейкум. Приветствую всех на наших страницах, на наших каналах Кизлярские ножи. Смотрите, друзья, аферист ставит наши ножи и кидает людей. Цену вообще говорит, вообще нереальную цену. Ножи, которые 5, 6, 7 тысяч рублей, он говорит там 1500, 2000 рублей. А люди тоже обманываются, отправляют копейку, а он уже теряет. Смотрите. Вот аферист. Вот он, аферист, друзья. Вот, смотрите, я партнер написал ему. Ножи есть, да, вот. Эти ножи вообще не кизлярские, там Златоуст, там Ату, вообще другие ножи. Смотрите, какой материал он отправляет. Около 20 чем-то видео отправил, фотки, видео. Так, сейчас я постараюсь найти его в ТикТоке. Тоже сейчас я вам отправлю. Так, а вот он. Привет, друзья, кизлярские ножи. Вот его номер тоже. Вот мои видео, где я снимал. Видите, да? Вот это видео мое. Вот так, это мое видео. Реакторы. Вот это тоже мое. Вот так, друзья, людей обманывают. А это все, конечно, удар, да, по нашему работу и так далее. Не ведитесь, друзья, уточняйте. Уточняйте, не ведитесь. Они вот цену говорят вообще нереальную. Ну, вы же понимающий человек, например, такая вот хорошая работа. Как вам 1000 рублей, 1500 рублей? Вот эти ножны столько, натуральная кожа, очень дорого стоят. Вот. Так что, друзья, на связи. Вот. Друзья, вот кто в ТикТоке, кидайте жалобу. Кидайте жалобу этому человеку, чтобы его заблокировали. Сейчас посмотрим здесь, что он поставил. Вот Дар Кавказа. Тут тоже, наверное, как кого-то кидает. Короче, кидала. Ладно, на связи, друзья. Ассаляму алейкум.